Царю небесный, утешителю души истины, и живи и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди вселися в них, и очисти мя всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови эти наши занятия, необычно так, Господи, проходящие. Люди далеко, очень далеко находятся от нас, братья наши, которые любят Тебя, Господа и Творца, Слово Твое Святое, и желают жить по Нему, как и мы. Благослови, Господи, их, чтобы они все услышали, все поняли. И чтобы, Господи, всегда были вопросы, по которым можно было бы и другим учиться, и знать Слово Твое так, чтобы не стыдно нам было предстать пред Тобой лицом Твоим, Господи, когда придет день оный. Благослови, Господи, священников всех, так, чтобы они были искренно верующими пастырями. Благослови, Господи, всех мирян, чтобы они были истинными мирянами, чтобы искренняя вера, о которой даже президент наш заботится, действительно воссияла в сердцах наших и умах. Даруй, Господи, чтобы каждый из нас начинал свой день, обращаясь к Тебе в молитве, и заканчивал его также, и всегда был бы со Словом Божьим. И сейчас, Господи, даруй нам встретить Слово Твое Святое со всей нашей чистотой сердца, сколько есть, со всей душевной радостью и бодростью. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови, Господь. Приступаем. Читай, брат, Слово Божие, толкование блаженного нашего Феофилакта, брата нашего. Начнем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Деяния святых апостолов, 4 глава, 23-28 стихи. Михаил, читайте, Кальмаев. Будет отпущено, пришли своим и сказали. Так, отставить, связь плохая, читаю я. Плохо, да, глухо. Булькает. Деяния 4:23-28. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвышали голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою. Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы делать то, чему быть, предопределила рука Твоя и совет Твой». Толкование небольшое такое. «Возвещают не по честолюбию, но чтобы показать явные свидетельства благодати Христовой. Смотри, как целесообразные молитвы апостолов своей молитвою дают разуметь, что и Творец мира, и Отец Спасителя – один и тот же Бог, потому что им дарованы оба завета. Выставляют на вид пророчество это, как бы прося Бога об исполнении договора и вместе с тем утешая себя тем, что напрасно помышляют об этом враги». Можно? Можно. Ну, я вот руку поднял. Да, пожалуйста. Хотелось бы сказать, что пророчество тут продолжается. Пророчество. Христос, как мы знаем, по пророчеству Крестителя написано, что Он пришел к своим, свои Его не приняли. К
Кто такие свои? Это полный набор церкви Господней, церкви Совета Господня здесь на земле среди людей, как называется с маленькой буквы, судьи. Вот эти вот сегодняшние наши епископы, ну там митрополиты перечислим, вся иерархическая верхушка и даже священники, это судьи наши, судьи, даже боги называются они с маленькой буквы. И эта полнота должна руководить основной массой верующих людей, чтобы они все с единодушно, единомысленно, раскрыв объятия навстречу святому, зашли все на небеса. Но пророчество говорит так: свои его не приняли. И сегодня мы видим это наяву. Свои не принимают искренно верующих во Христа. Это просто невероятно, но это так. И это нужно принимать. И когда начинают сопротивляться и говорить: да нет, у нас батюшка такой хороший, у нас епископ такой ласковый. А что он делает, епископ? Он шоколадки детям прямо вот раздает в церкви. И до причастия кричит до конца: кто тут не причащался, подходите. Вот прям гремят чашу причастия и так далее. Нужно здесь знать, что это сатана. Сатана подделывается для того, чтобы гнать истинных чад Божьих. И это заключено как раз сюда в пророчество. Надо дальше продолжать. Просто тут не развито это. Почему? Потому что до этого там целое Евангелие говорит нам о том, как первосвященники гнали и апостолов, гнали последователей Христа. И сейчас они добрались до апостолов, это мы читаем. И уже Христа нету, его убили, а все равно вот этот дух Христов в учениках сохранился. И они его терпеть не могут, как и сегодняшние лже-православные пастыри, которых, к нашему сожалению, превеликое множество. Еще кто-нибудь что-нибудь желает добавить, возразить, может быть, или согласиться? Или... Тогда продолжим. 29-31 стихи. Александр Морясов с нами. Нет, наверное. Бывает, может, он нас слышит. Ну, Нина, попробуйте. И ныне, Господи, возри на угрозы и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Нет, толкование, благодарю. Ты благий и мудрый художник, который дело врагов обращаешь во исполнение воли Твоей, потому что они, священники и прочие иудеи, сошлись как враги, а делали то, что Тебе угодно было. А что за выражение «рука Твоя»? Выражение это, по моему мнению, означает здесь власть и волю. Оно однозначно с выражением «достаточно восхотеть Тебе одному», потому что никто не предопределяет того, что Ты установляешь. Не сказали «порази их и не зри». Поколебалось место. Так, простите, тут просится еще. Поколебалось место, написано. Это было свидетельством Божие посещения и того, что они были услышаны. Потому что иногда это бывает признаком гнева, а иногда знамением посещения. Молились же апостолы не о том, чтобы избавиться от перенесения трудностей, но об успехе проповеди. Но для чего же Бог потряс дом? Чтобы на угрожавших навести страх, а апостолам придать бодрости.
Так что было еще начало проповеди, то необходимо было чувственное знамение. Итак, поколебалось место и еще более утвердило апостола. Что, можно? Можно, конечно. Ну вот поколебалось место, то есть по-настоящему поколебалось, и там люди пали там и так далее, то есть все увидели это землетрясение. Сейчас вот очень много землетрясений идет. Кстати, хочу заметить, что в России как раз меньше всего. Господь Россию потрясает самими людьми. То какую-то войну затеет царь-государь, то революцию народ затеет дальше в отметку. Потом это война, потом потрясения всякие, даже перестройка. Казалось бы, нормально, что начинают люди жить, да? Все равно это такие потрясения для людей страшные. В другом месте Господь потрясает по-настоящему. То земля, то тайфуны. Короче, каждому достается по-своему. Но все это для чего? Это для того, чтобы народ потрясенный уверовал, принял Христа через Евангелие в сердце свое и пошел благовествовать. Ну, кого коснулось это потрясение? Мы видим в революцию, Первую мировую войну тряхануло, ну там Марцинковский был один, ладно, отличные проповеди, все, но и то он не сказать, что до конца православный. Теперь дальше, тряханула революция, вообще поубивали всех, никого нету, священники попрятались, кого убили, ждали этого 43-го года, чтобы там начали их выпускать. Дальше, казалось бы, перестройка, все, отпустили всех, дух на свободу, начинайте проповедовать. Патриарх первым делом. Первое дело православия. Люди, конечно, должны быть в православии. Строим храмы. Причем? Вот ты строитель, что ли, патриарх или кто? А как людей-то собрать? Ничего, церковь большую построим, золотые купола, и народ сам начнет туда сбегаться. Ну и что, сбежались? И уже, видим, в 2003 году, еще не патриарх, а митрополит, Кирилл пишет в газете «Труд», целая колонка сбоку, на первой полосе. Священники должны затянуть пояса и выйти на перекрестие дорог, переулков, и как Христос сказал, собирать везде нуждающихся, нищих, там убогих, хромых и так далее. Священники должны это делать, потому что храмы наши опустели. Ну и что? Теперь он уже патриарх. Достучался он до кого-нибудь? Ни до кого. Но он патриарх, он самое главное лицо, он передовик, можно сказать, духовного производства. И вот все должны слушать. Он как Стаханов в свое время у людей, трудящихся. Ничего никто не слушает. Священники, каждый влез под дрова. И только одно, лишь бы только не брать в руки Библию. Особенно толкование, и особенно толкование блаженного Феофилакта. И все об этом знают, но никто ни разу не возьмет и не начнет читать. Это как об архипелаге ГУЛАГ. Только начнешь с людьми говорить, что у нас там творилось в свое время. Архипелаг ГУЛАГ возьми, почитай. Не-не-не, ни в коем случае не возьму. Там что попало написано. Ты начни читать-то, человек. И потом, как всегда, когда люди эти отнекиваются, и вот особенно священники, это страшное дело. Как только говорит нет-нет, значит знайте. Он не любит просто читать, этот человек. Он неуч настоящий. А от этого Господь нам уже пишет в Библии, что значит для неучей. Для неучей наказание одно. Плеть, кнут и так далее. Никаких пряников. И поэтому из-за этих неучей страдают все вокруг. Но мы с вами искренне верующие, мы должны знать. При любом движении, при любом каком-то там землетрясении, потрясении, мы знаем, нам не надо потрясения с вами. Нас потряс Господь при водах, вот как брат Никита рассказывает. Я, говорит... Как ты сказал? Мы как привели меня на какую-то казнь. Как на казнь привели его, когда перед водами крещения. Как будто сейчас должно что-то такое невероятное случиться. Вот как должны мы себя чувствовать всегда. Когда Господь уже коснулся нашего сердца. Если ты, человек, вот сейчас кто меня слушает, кто там услышит еще, не пошел на проповедь, на благовестие, то есть не понес уста свои людям вслух, говоря им о Евангелии, о любви Божией, как он тебя коснулся, братьев твоих, сестер, то ты еще не Христов, запомни это. И не надо бабушке там или старые говорить, что мы старые, там нас не послушают. Старость — это мудрость, всегда это все понимают.
где-то все равно ты должен донести до родственников своих, там, до внучат, которые еще тебя слушают и так далее. Если нет в тебе этого, то неси, тебя ждет потрясение великое. Господь будет тебя трясти и по-настоящему, и через какие-то духовные потрясения, как в России уже не раз случалось. Поэтому не ждите этого, идите на благовестие. Как вот в нашей общине ходят братья, сестры. Ну что, продолжим? Не знаю, может, кто-то есть из людей. Кто-то хочет сказать, может быть, добавить. Меня слышно хоть, нет? Ну, плохо, брат, может быть, что-то надо... Ладно, тогда не будет. Пускай говорит что-то. Почему? Говори. Нет, ну говори погромче. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты, пребывая в том, чему научен, и что тебе велено, знаешь, кем ты научен. Ну да. В том, ты из детства знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Ну и так далее. Это к словам Игоря. Да. Ну вот я бы тоже хотел добавить. Помни, кем ты научен. Очень часто тоже мне присылают там письма. Хорошо. Ну, например, о том, что разводиться, Христос сказал, можно по одной причине. Грех прелюбодеяния. Добавили еще 11. Я говорю, да написана же одна причина. Кроме вины прелюбодеяния. Точка. Ну, еще там вторая причина, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Ну, неверующий, понятно, но мы сейчас в церкви находимся. Добавили еще 11. Экономия. Так это же, говорит, я на православном сайте нашла, это же батюшка православный говорит. И что я должен? А здесь написано, помните, кем мы научены? Кем? Апостолы. Апостолы кем? Христом. Христос сказал одну, почему вот уже спустя 20 столетий православные батюшки... под язык Христу залазит. Это вот меня возмущает и раздражает. Зачем? Ну понятно, экономия, там, другое там слово, что если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Ну кому это сказано? Безбрачным вдовам. Зачем сюда разведенных приплюсовали, да еще разведенных в церкви? Если жена разведется с мужем, верующая жена, должна оставаться безбрачной, точка. Либо примириться, то есть два пути. Нет, она может выйти второй раз замуж. Почему? Пусть 7 лет там или 2 отстоит, то есть заранее договорились уже попы, как бы Богу, как это вот какая-то индульгенция. Я отстаю, но можно мне зато сблудить. Потому что я разжигаюсь. Вот это вот мне непонятно, брат. Ну покажи, растолкуй. Я не знаю, почему вот в нашей же церкви, почему я вот православие принял. Это вот наше толкование неизменно говорят. Во-первых, в первом так понимали, во втором, в третьем. Почему, когда мы доходим... До 10 века не благословлялся брак ни во второй, ни в каком случае. С 10 начали благословлять. Что изменилось? Христос изменился? Нет. Люди стали больше блудить. Да они, вон, читаем Коринфянам, учитель церкви со своей мачехой спит. Что, как тут быть? И вот сейчас вот брат говорит, помните, кем научены? Кем? Вот я на что хотел обратить внимание. Читаю проповедь Златоуста, все понятно, колет, жгет, неприятно, все, один брак, одно как бы. Даже он говорит, что брак, который был еще в неверии, он называется браком. А сейчас как? О, до крещения 17 раз, что теперь, мне 18 нельзя, что ли? Ну, если ты так рассуждаешь, тебе можно. А я рассуждаю по-другому. Златоуст вот считал, что брак даже был, который в неверии, он считался браком. Интонация, Игнатия, тихнулся у тебя. Ты вообще да. Аккуратненько, брат, это. Но я не рассуждаю. Надо перенимать интонации того, вот, кем ты научен. Попроси как-то. Во-первых, можно я тут кое-что добавлю? Да. Разговор идет, кем ты научен. Кто? Христос. Христос обращался в этот момент к язычникам. Он обращался к верующим людям. Все, точка. Если ты не верующий был, какое тебе... Сколько там этих жен было? Да пускай их 150 тысяч. Тебе зачем это вспоминать? Ты вспоминай, когда ты стал Христовым. Вот в этот самый момент для тебя все изменилось. Вот когда ты окунулся, на казнь эту пришел,
Почему и венцы дают, венцы, венец, венец терновый напоминает. Не вот эти вот красивые шапки, которые там придумали, а терновый венец, который был на голове у Христа. Попробуй себе вот так вот гвоздем потыкай в лоб. А теперь тыкни 100 раз со всех сторон. Вот это был венец его, креста. И этот венец ожидает двух вот этих вот венчающихся. Семейная жизнь, колкости этой семейной жизни. Все неприятности и терпкости. И это для верующих. Чего ты сюда весь мир приплел? Зачем ты всю страну сюда приплетаешь? Ты сбиваешься вот с этого ритма и начинаешь слушать попов, что у нас 70% православных. Да шиш с маслом у нас, а не 70% православных. У нас нету даже истинного крещения, если на то пошло. А если будем говорить по вере в сердце, или как президент хочет, чтобы у нас была, если вера, то истинная у всех. Сам сначала стань истинно верующим. Бороду хотя бы отрасти, перестань бриться для начала. И скажи это потому, что в Библии так написано, нас Бог так учит. Хотя бы пойми, что законы Бога для тебя. Вот то, что ты сказал, это для маленькой группы людей, искренне верующей. Там все тогда. А прочим в притчах. А прочим в притчах пока, да. И не надо их, не трогай ты их с этими свадьбами их и так далее. Покажи им Евангелие для начала. Вот, когда вы идете, благовествуете, не надо там людей расспрашивать. Ну а ты как там, в церкви венчался, не венчался? Да он еще даже не знает, Бог-то есть на небе или нет. Че ты вот про эту церковь спрашиваешь, венчался он, не венчался. Попы-то сейчас столько наговорят, чтобы отбрехаться. А люди слушают, им это интересно вот уши погреть. А в сердце ничего не пришло. Нету Евангелия перед глазами их. А ты начинаешь сейчас вот это вот, попы там, кто, какие попы, неверы эти что ли? Да отстань от них, дай попам тоже Евангелие. Пускай читают его хотя бы для начала. А ты уже всех приплел, все уже православные у тебя, вся страна уже православная. И теперь, да тут еще столько понамешано, тебя только взять. Ну меня не взять, я вообще был безбожником, когда женился первый раз. И сейчас что, и мне дайте первую мою жену, что ли, ты вот это вот затеял? Да я не вообще о Боге не знал. Я был не просто противник Богу, я враг был его до конца дней. А теперь все по-другому стало. Я начал жить по закону Божьему. Слава. Кстати, я и разводился был безбожником. Я не крещенным разводился или как-то. Просто все закончилось и все. И таких людей масса. И ты это сейчас хочешь прилепить как-то к вере какой-то. Ну и допустим, был я безбожником. Даже как-то покрещенным. Ну как, помазанным. Коленки там задрали вот так в спортивные штаны. Помазали тут чем-то. Сказали, все, ты верующий вроде. Даже причастие какое-то дали. Конечно, через пень, как говорится, на колоду все это было. И теперь что, я был какой-то верующий? Да я вообще ничего не знал и никак не принимал Христа так же. Ни одного закона не исполнял. Ну, только не курил, что вот, и все. Ну, потому что мне табачный дым не нравился. Ну вот Александр нам прислал: увязать Евангелие с человеческим здравым смыслом невозможно. В основе Евангелия лежит любовь. В основе здравого смысла заложена выгода. Преподобный Паисий Святогорец. То есть, да, если вот на браке это перевести, многие выходят замуж выгодно. Муж новый, богатый, и не без разницы, там второй, третий. А некоторые выходят в силу своей. Да, я думаю, то есть меньше. Ну, закончим это. Да, закончим пока это еще, вот. Я думаю, коснемся как-то. Да, коснемся. Только будем говорить только о верующих. Да. Примеры будем нашей, допустим, общины. Ну, кто там может еще привести. Вот Юля вышла как раз, один из примеров. Да. Она вообще была у адвентистов. Седьмого дня. И вот тебе здравствуйте, с православной. Да. Стала православной, все, сейчас... Да. Дети православные, все, что еще? Вот это примеры. Вот, но она как раз сторонница, что те браки, которые были до крещения... Да они... мне-то все равно, какая она сторонница-то, при чем здесь это? Вот, а зачем ты подожди? Сказали о ней, все, вот этот пример. Молодец. А то, что она там что-то думает, сейчас мы начнем все, и о чем я думаю, зачем? Это ты все поднимаешь, не могу понять. Хорошо, идем дальше. Давай, о, вот это правильно. «29-31 стихи. И ныне, Господи, воззри на угрозы их.
И дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Так, это мы читали, толкование прочитали, что они молились об успехе проповеди. Сейчас комментарии Игнатия Лапкина на выделенные жирным слова «успехи проповеди». То есть Игнатий Тихонович всегда акцентирует свое внимание читателей и слушателей на то, что блаженный Фифилакт часто говорит о проповеди, о необходимости проповеди. По велению Духа Святого, по замыслам Божьим о спасении человека, проповедь была поставлена самим Господом Богом на первое место. Миссия Духа Святого заключалась в первую очередь в том, чтобы ученики Христовы облеклись силою свыше и стали безбоязненно проповедовать всюду Евангелие спасения. Лука 24:49. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Деяния 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Об успехе проповеди молились апостолы день и ночь. Об успехе проповеди они просили молиться учеников своих. 1 Коринфянам 16:9. «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». 2 Коринфянам 2:12. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господа». Колоссянам 4:3. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову». Успех проповеди означает, что она непрестанно звучит, ибо только через проповедь Евангелия, только через благовестие могут обратиться души ко Христу. Все иное, хождение по традиции в церковь и даже соблюдение всех предписаний церкви, самое большее, что может создать, это ревностного поклонника данной религии, но не возрожденную душу. Религия без духа, без огня Духа Святого – обман и никого не спасает. Прощаясь со своими учениками, Христос на целые тысячелетия вперед дает одну главную заповедь любви. И в этом весь закон и пророки – спасти ближнего через проповедь. Матфея 22:40. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Римлянам 13:9. «Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове – люби ближнего твоего, как самого себя». Там, где нет проповеди о Христе, там не может быть и любви, и нет исполнения главной заповеди Божией. Марка 16:15. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А за нарушение главной заповеди и самое страшное наказание. Сегодня в православной церкви упор сделан на богослужение. А о чем молиться люди и не знают, и просят только о нуждах насущных. Нужно же постоянно и всем молиться об успехе проповеди. К молитве об успехе проповеди побуждает Дух Святой,
побуждает все Слово Божие. И кто не старается об успехе проповеди, тот делает молитву своей неугодной Богу. Притча 28:9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Притча 15:8. Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна ему. Молились же апостолы не о том, чтобы избавиться от перенесения трудностей, но об успехе проповеди. Пожалуйста, Володя. Я хочу, брат, дополнить. Я на днях нашел ролик один. Есть очень известный священник, это Дмитрий Смирнов. Он говорит, как раз ему задают вопрос о проповеди, и что он говорит. Он очень известный и приближенный к патриарху. Вот можно услышать из его уст, что он говорит о проповеди. Включи, ну, то есть, что патриарх говорит о проповеди? Включи. Ну, что почти одно и то же. По крайней мере. Да. Ты просто... Я такой вот вам вопрос. Вот, если бы вы пошли проповедовать на улицу, и, ну, если представить, когда вы не кажется, что свидетели Иеговы начали бы проходить с прохожим, какой бы вы, какой, что бы вы самое главное сказали прохожим, если вы были как бы прославлены священниками, что бы вы самое главное сказали, там человек, который будет первый раз, и вас примет, там, 5 минут, что бы вы самое главное сказали? Спасибо. Я бы сказал: извини, я хам и нахал, и не умею себя вести, поэтому пристаю к прохожим на улице. Поэтому, когда встретишь такого же хама, как я, ты вообще с ним не разговаривай, отвернись, иди домой. Вот я что-то ему сказал. Все, прежде все. Чем все, мне проповедь на улице, мне надо стать тихим. Все, выключай. Все. Вот можно? Давай. Я как раз. Как раз я перед этим не знал, что будет этот ролик. Я как раз перед этим хотел сказать. Успехи проповеди молились апостолы. Ну а теперь мы в сегодняшнее время берем. Кто первый должен молиться об успехе проповеди? Кто? Священник должен молиться об успехе проповеди. Он заместитель апостола. Ну кто-то скажет, да нет, епископ. Ну, как говорится, навстречу вам с катерью дорога, епископ пускай. Епископ и с ним целая когорта его, вот они, священники. Чего они не молятся-то об успехе проповеди? Вот, вот и все мысли. Какие? И почему он это говорит? И написано дальше. Игнат Тихонович берет, подхватывает все это, зная уже, чем дело закончится. Пришел к своим, свои не приняли. Что должны гнать? За что должны гнать? А дальше написано. На первом месте сейчас, где стоит священник, только в храм заходишь, и вот он, красавец, в облачениях весь. Сияет. Стоит священник. У кого хороший голос, того бабушки любят, готовы на руках носить. А диаконов-то еще больше даже, чем его, если поют хорошо. Все. В чем дело? Почему? Да потому что богослужение не надо никакого ума. Вот берешь эту книгу или песнопение, если у кого еще хорошая память, так он и будет петь по памяти. Но кто нет, и так споет. Ну у кого голос хороший, нехороший, это все. Но это все можно делать по книге. Сердце не надо... твоего. Совесть отключи вообще, она тут не нужна. Ну читай по книге, да и все. Так самое главное, это еще придумали читать и по церковно-славянски, вообще без русского перевода. Даже интонацию исключить полностью. Это «Господи помилуй, Господи помилуй». Все, ничего не надо. И пошел нанизывать эти бусы непонятных слов для людей. А везде все говорит об одном. Евангелие нужно нести, Евангелие людям, Евангелие. В церкви ты стоишь на паперте, там у тебя богослужение. Ты все сделай так, чтобы людям было все понятно, и чтобы они слышали Евангелие из твоих уст. Никогда никто ничего не сделает. Редко-редко вот встретишь такого священника, который вдруг раз и скажет слово, вдруг ни с того ни с сего бы остановился и сказал. Вот я отца Константина в Красноярске видел. Он прям несколько раз прерывает прям богослужение, выходит и говорит, меня мысль сейчас посетила. Видать, от Господа. И начинает, прям открывает вот блаженного Феофилакта. И все подряд шпарит вместе там с комментариями Игната Тихоныча. И прям читает, читает и такой. Так, вот тут можно будет потом поговорить по на эту тему. Тут я сам, у меня
еще мнение свое есть, и дальше шпарить. Вот, говорит, что мысль-то у меня, вот, видите, вот это я вот читал, вот это у меня мысль посетила, опять служит, опять поворачивается, и еще опять мысль посетила. Вот священник должен доносить слова Божии через и Евангелие, и комментарии, и блаженный Феофилакт. Должна она вот так, чтобы человек, как, так это что, откуда все? А то все стоят сонные, что там было, кто? Диакон высокий, голос хороший, ну и все то же самое, тепло, свечки трещат. Ничего больше не запомнили, ничего нету. А священник вышел, молодец, герой. А на улицу идти, он только выйдет на улицу, сразу и вот матами этими забьют, он никогда не пойдет. Вот он будет сидеть, как квашня, ему тепло, он сидит в кресле, это его же слова, он дальше все это говорит. Ничего ему не надо, а то, что псих там я, идиот и так далее, начал наворачивать, это он говорит как раз для того, чтобы гнать тех, кто выйдет. И теперь, а что каждый православный подумает? О, вот это правильный. Мне не надо никуда идти, ничего читать не надо, знать ничего не надо. А на всем этом он просто умница, священник. Он стоит вот там на паперте, его, поставили высоко. Кто-то поставил же его, значит, он что-то знает, видать, и учился даже. Кстати, заметьте, священники все с бородами, а вокруг стоят там и деды там есть и так далее, все бритые. Редко-редко кто с бородой будет. Ну, видать, какой-то дефект на лице. А так, все бритые. И никому он никогда не обратится, не скажет. Ты почему по закону Божию? Видишь, у меня борода. Ни один не скажет. Почему? Это все тот же самый вопрос. Он должен выделяться. Он должен. Поэтому маленькие священники, они стараются разодеться, чтобы плечи были пошире, как-то приподняться, что герой такой вообще большой, огромный. И умный. А ничего нет. Один пшик. Но попробуй ему скажи, что ты неправильно прожил эту жизнь. Что надо было по Евангелию жить. А не ходить собирать там на эту достройку церкви своей, в которой ни одного человека нету. Если кто это не пережил, идите в ближайшие храмы к своим священникам. Начинайте с ними дружить как-то. Войдите с ними в контакт, и вы увидите их жизнь подноготную. И попробуйте перевернуть их. На евангельские рельсы поставить. Помоги вам, Господи. Ну что, кто-то хочет дополнить, может быть. Все уже сказано, я думаю. Да взвесь и развесь в нашей жизни не будет. Прокомментировано. И тяжело возражать, но все так и есть. Это наша скорбь. Да, это наша действительность и реальность. Ну что, вернемся к первоапостольской церкви. Кстати, можно еще об успехе проповеди для. Ну, чтобы это. Недолго только, брат. Да, я хочу сказать, что. Минуту. Вот Игнатий Тихонович, когда написал свои книги, и мы начали вот это распространение книг уже, не просто каких-то листовок там маленьких, то вот. Казалось, что успеха проповеди не будет долгие годы. И вдруг нет, книги начали действовать. Вот особенно, когда распространились везде. И в этом году крестилось... 12 человек. Крестилось только. А сколько людей через интернет и здесь у нас в Барнауле, сколько получили оповещения и так далее, благовестие, сразу людей сколько увеличилось. Я уж не думаю, те люди, которые сейчас... Вышли, разъехались, они там не говорят о Христе. Уж, наверное, их наши слова подбадривают, они кое-что здесь увидели. Они поняли, что они не одни, что действительно священник, когда говорит, ты психопат, когда идешь, говоришь другим людям, ты дурной просто, ты почему меня не слушаешь, я все знаю. И человек вдруг глаза открываются, так оказывается, он не все знает, этот враль в рясе и с вот таким крестом. Ну, спокойно к этому надо относиться. Христа гнали точно такие же, и он знал это все. Не сильно он внимания не обращал на это. Просто мы читаем Деяния, дальше будем читать, там написано. И многие, и некоторые священники... Покорились вере. Покорились вере. Некоторые священники покорились вере. То есть и сейчас некоторые покорятся вере. Аминь. Да будет так.
32-35 стихи Евангелия, простите, Деяния святых апостолов, 4 глава. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имеет нужду». Имел нужду. Толкование. Сердце и душа означают здесь одно и то же. Не было ни одного бедного, то есть не было ни одного нуждающегося вследствие особенной щедрости отдававших свое имущество, потому что отдавали не часть, так, чтобы другую часть удержать у себя, а все. И все отдавали не как свое, а как бы не свое. И все уверовавшие питались как бы от одного дома. Это свидетельствует о великом достоинстве и великом благочестии приносивших, потому что не дерзали также отдавать в руки, но полагали при ногах апостолов и делали их господами и распорядителями над приносимым, чтобы и сдерживаться как бы не из своего, а как бы из общего. А это и дававших избавляло от тщеславия, и получавшим представляло двоякую радость, облегчение бедности и освобождение от стыда. Владимир, давай я тебя поснимаю. Я недавно слышал в интернете, там ролик я не смотрел, и один православный человек говорит, он уверовал через монахов, пришел в православие. И он говорит, что у них все как согласно было в Первоапостольской церкви. То есть у них все общее, но он не договаривает, что все это общее. Но это имение, это для чего служило у апостолов? Для того, чтобы дело проповеди было. Не просто кого-то там докармливать, или чтобы там сидели в монастырях, а именно, чтобы шли люди и проповедовали. Для этого нужны, конечно, деньги, для этого нужны продукты и так далее. Вот что. Если уж по Первоапостольской стране, должны монахи выйти из монастыря и идти проповедовать. Вот тогда можно сказать, так было в Первоапостольской церкви. То есть должно быть общее, не просто какой-то часть контекста это вырвал из, как говорится, из деяния, а остатки как бы заглушил, вроде это нас не касается. А должно быть всеобщее. Ну, если продолжим, то там Сапфира была, Анания. Если мы... Сейчас до этого дойдем. Да. Ну, я просто к тому говорю, что если говорим про монахи, монахов, вот, которые сейчас возрождаются, люди, которые собираются, мужчины в одном месте, женщины в другом. Вот Анания и Сапфира написано, они были муж и жена. Ну, вы понимаете, что такое муж и жена. Они жили прямо вот вместе, вот прям с семьей жили. До тех пор, пока они уверовали во Христа, они спокойно жили. А потом уверовали и взяли, и продали имение свое. И проданное понесли к ногам апостолов. И вдруг им захотелось половину утаить. А это уже было против Духа Святого, против Бога пошли. Они были муж и жена. Как можно тут вообще монахов, как говорится, даже приплести невозможно. Они вообще против семейных браков. Поэтому надо было сразу ответить, монахи, это вообще, о них вообще не говорится в Библии, никак. Нет, именно вот этот контекст, который мы сейчас... Да и даже этот контекст не прилепить, потому что, что надо них... тогда дальше знать, кто полагал. Да, да. Целые семьи полагали к ногам, не одни монахи, их там и не было никогда. Теперь дальше продолжим. Кто были эти люди, которые несли к ногам апостолов? Свое там у них было и так далее. Разговор идет не о язычниках, не о нас с вами, мы все язычники, ну может кто-то еврей. Тому повезло в этом плане, ну, которым там в контексте будет идти в Библии везде. Дело все в том, что они все были евреи. Евреи – это братья все они. Почему? У них одно племя еврейское. Там разделено на колены, но это никак не влияет на них. Они все вместе братья, у них братский союз. Если вы, православные люди, хотите научиться настоящему братству,
Вы смотрите на евреев, какое у них братство. Если работают вместе, побеждают вместе, врут вместе все. Сказали 6 миллионов Холокост. Все, все вокруг. 6 миллионов, как попки, тарабанят. А ничего нету, оказывается. Никаких 6 миллионов. Но им надо поднять свою нацию. Вот как мы насолили сатане, что вот даже Гитлер за всеми гонялся. Хотя на самом деле все наоборот получается. Я к тому говорю, что разговор идет об еврейской нации. Вот как брат начал там про эти браки и свернул неправильно. Так и здесь. Начинать надо проповедь со своих ближних. Вот у тебя есть родственники, ты обратился ко Христу. Начинай вперед, кто рядом, всех оповести, всех. Ты должен создать братство свое, настоящее, которое Христос тебе влагает в твою жизнь, в сердце и в совесть. Начинай вокруг всем свидетельствовать. Вот я начал когда свидетельствовать, это было в 95-м году, когда я только первый раз услышал о Христе, Иисус Игнатий Тихоновичем, также на занятиях у нас в политехе были. И все, я начал сразу всем говорить друзьям. Сначала по телефону, потом приехал к себе в Красноярск, я там жил. Начал там беседовать. Здесь у меня родственники в Барнауле, в Алтайском крае. Начал с ними беседовать. У меня не осталось никого. Тетя попыталась идти, 3 месяца продержалась, не смогла поститься, ушла. Пошла в страшную секту, попала там каким-то космическим монстром молиться и так далее. Ну, кошмары. И никого не осталось, ни из друзей, ни из кого. Одна жена, супруга моя верующая, как была православная, так вот мы вместе в православие пошли. Остальные все разошлись, но я всех оповестил. И через время мама уверовала у меня. Потом через время еще сестра уверовала. Вот. Сейчас они в православии. Мама крестилась 3-кратно. На занятиях часто бывает, приезжает. Сестра, правда, неправильно крещенная. Моченая просто, но в церкви ходит со своей дочкой и так далее. То есть постепенно Господь касается родственников. Потом дальше переходи. Начинай находить родственные души в вере во Христа. Где-то там и в церкви, куда ты ходишь молиться. Не стой там столбом просто. Смотри по сторонам, где там ревностные люди. Подходи к ним, начинай благовествовать им. Глядишь, что-то обратится. Чтобы не так что-то. Ай, Господи, я вот все, только я один здесь. Господь говорит, еще 7 тысяч сохранил я Ильи, когда он думал, что он один. Вот Игнатий Тихонович так делал, молился, и вот Господь ему послал людей. Также приглашайте на занятия наши, к себе приглашайте. Не бойтесь, там где-то побеседуйте сначала, посмотрите, что за человек. И начинайте трудиться над душой. Будешь трудиться над его душой, и свою коснется Господь. Помоги, Господи. Ну, а эти занятия, конечно, они вас переполнят духовностью, потому что мы только Евангелие применяем. И вот тут большой, уже богатый духовный опыт общины все-таки. У нас больше 20 лет уже община существует. У нас уже сестры начинают даже умирать. Некоторые, которые так давно пришли, кажется, я с ними вечно живу. Я даже с мамой столько не прожил, сколько с сестрами здесь. Для меня сестры роднее, чем мать. Кажется, каждую морщинку знаю. Вот Раиса Николаевна напротив сидит. Родная, любимая. Александра Михайловна. Прям через проповедь Игнат Тихонович ее прям нашел. Ходил по 5-этажкам. И вот позвонила. И вот Александра Михайловна здесь с нами. Помоги ей, Господь. Ну, ее не видите, она тут сбоку сидит. Дай Бог долго их лет жизни. Очень трудно. Вот у меня соседка. Ой, вот это так, а я прямо потомка такая, скорбь у меня напала на сердце. Ну, я так ходила, ей так кое-как что говорила, а тут проповеди включила. Я же сейчас не читаю, а этот, может, покаси этот диск дай. Погромче. И это, такие проповеди 2 прослушала. И вот мне ну так вот хотелось, ну, кому-то сказать, вот, чтобы кто-то послушал. Я пошла к соседке к этой. Ну, живем столько лет вместе, все, и... Я говорю, Зоя Николаевна, вот давай, говорю, вот у меня проповеди хорошие такие, послушай, вот прямо чудо, вот я прям вот, ну, душа вот у меня прям вот куда-то какие-то крылья. Я говорю, давай послушаем. Нет, я этим не занимаюсь.
Я говорю, да ты, я тебя ничего не заставлю, ты просто давай послушай. Ни в какую, ни в какую. И вот мне настолько вот было это тяжело, вот такая скорбь на сердце. Думаю, ну как люди не хотят? Ну хоть бы 5 строчек бы послушала бы. Ну не вообще, вот вообще не хотят ничего слушать. И комод, снаху, снохи, сноха вот у меня тоже находила тоже. Ну почему такие люди вот, безразличные? Я говорю, да вы хоть, ну просто послушайте там, примите, не примите. Ну прослушайте хоть, сидите и слушайте, ведь вас ничего не заставляет. Ну никак ведь не хотят, ну почему не хотят? Ну мне непонятно это. Я когда пришла на занятия, вот на занятия, когда меня Андрей Петухов привел в этот политехнический институт, и я когда послушала, такие, ой, я вот выходила из этого института, вот я прямо вот, у меня какое-то было такое, ой, вот мне хотелось куда-то взлететь на небо и кричать, люди, опомнитесь, люди, опомнитесь. Вот такое у меня было состояние. И почему не хотят слушать сейчас? Вот тем же. Я говорю, да вы послушайте, какие... Раиса Николаевна, ну написано же, да, для одних запах живительный на жизнь. Ой. Вот это ты. Ой. А для других запах живительный на смерть. Можно Библию? Ну, я вот хочу Библию вспомнить и сказать, что 2 близнеца в чреве одной матери рождаются. И одного Господь, будучи в чреве они еще, возлюбил, а другого возненавидел, написано, Исав и Яков. Ну как? Вот главное здесь подоплека всего. Вот это судьба человека, которую безбожники говорят, там все равно не решить. Ручки сложил, все, я теперь эти харакири делаю, кто-то там гастелло на самолете взрывается. А у верующих не так. Сразу в молитву нужно. Сразу молиться. Причем молиться лучше заранее. Вот Игнатий Ильич говорит, вот там мелькает перед глазами жизнь в обратном порядке, когда человек гибнет там. Он говорит, вот едем мы на машине, на хорошей машине едут здесь по Алтайскому краю, на Ниве. И вот поворот, и этот что-то водитель по тормозам немножко там, и говорит, машину как закрутило, вот волчком. И все, я, говорит, только очнулся, в кювете лежим на боку, все. И в голове ничего, только одно. Что тут со мной такое произошло? Никакой жизни не пронеслось, ничего. Я, говорит, даже не успел Господи помилуй сказать. А ведь обычно так она смерти приходит. Не так, как там, вот с косой стоит, там долго у порога, ждет там, ой, отгоните там ее. Раз вон, 200, сколько там человек в Египте, и нету. Русские люди уже не скажут, что, а, это там какие-то язычники. Нет, из Санкт-Петербурга, из города Петра Святого. Нету людей, все. И теперь церковь этой панихиды. За кого панихиды? Ты понимаешь, целый самолет упал. Или там взорвали его, или еще что-нибудь. Это Господь потряс опять Россию. Какие панихиды? Вы молитесь за панихиду в совести всех людей России. Да, да, да. А я тоже так грешница думаю. А не то, что Господь. Вот они были безгрешные, там, безвинные, и теперь самолет рухнул. Да. Но как безгрешные, безвинные? Если Господь собрал их там 200 с лишним человек и погубил, это же понятно. Это в назидание всем. Все, сразу священники все закрыли. И теперь со святыми упокой рабов своих. Их были они в церкви хоть один, не были, никто не знает. Скорее всего, не были. Даже сейчас сказать, мы тебе руку сейчас оторвем, если ты так говоришь, что были, не были. Ну, наверное, согласился бы. Давайте, рвите. Ну, только чтобы вы тогда... будете слушать у меня сидеть Евангелие 1,5 года. А я буду вам читать каждый раз. И с толкованием. И каждому буду вот это вворачивать. Кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Да. И тогда мы посмотрели. Я думаю, что там вообще ни одного не было искренно верующего человека. Но не может так Господь взять и целый самолет, если там искренно верующий из Санкт-Петербурга самого. Ну вот само слово «ни в чем не повинных» уже смущает меня. Да это всегда так, брат, было в России. Как только покушение на царя, все, это, о здравии, все, не убили. О здравии, вся церковь молится, о здравии. Покушение состоялось, все, убили царя, все, с панихида, за упокой. Вы что, не могли предотвратить? Да за народ надо молиться сразу. При чем здесь этот царь?
бедный, которого там этого Александра II там 7 покушений было. На 8-е наконец-то убили. Надо было молиться за народ, который стал диким и злым. И он таким всегда был. Просто он уже с оружием стал диким и злым. А то Россия хорошая страна. Вон 2000 бомбовых ударов. Спокойненько нашли. То есть показали сейчас зубы. Америка там уже не знает что. Эта секретарша там выступает по телевизору. Что попало, несет девчонка. Зачем девчонок-то туда подставляют, а не американцы? Ну тоже молодцы. А потом скажут, да, наша девчонка, что вы слушаете, бабка? Ой, Господи, помоги. Россия, как будто вот мы только умеем убивать. То есть ты призываешь молиться так, если не покаетесь, все так же погибнете. Аминь. И тогда вдруг... Да, да, надо к совести человека обращаться, чтобы Евангелие открылось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот. Марка, 1 глава, 15 стих. Аминь, да. На этого вообще нету церковь, никак не призывает его в покаяние. Никак не призывает. Вон патриарх говорит, говорит, сидит там, говорит, отвечает на вопросы. Или вот этот, сказал бы, я бы ему сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие, и иди дальше, все. Дурак ты там, балбес, псих там, хоть кто. Ты сказал евангельские слова. Ты сказал слова Христа, которые Христос произнес. Че ж теперь, я псих, что ли? Да ты тогда, ну, вот это вот шалупонь какая-то сидит, вот, я не пойму, откуда их нанесло на нашу голову? Еще жирный такой, обрюзгший, но с бородой, единственное только что. И все. Ну, а скажут, судишь священника, судишь. Сейчас получишь это, комментарий под роликом. Где? Под каким роликом? Ну, на Ютубе. Да кто будет смотреть эти ролики? Кому это все надо? Смотрят, брат. Да, как ну, посмотрят, пускай на меня это все пересылают, и мы поговорим с этим человеком. Кто там будет такой комментировать, посмотрит смелый. Есть, два нашлись. Такие ролики выставляют, мы тебе покажем. Ну не про меня же. Ну, про Игнатия. А, ну, это другое. Ну, ты следующий, не переживай. Да, ну, нет. Блаженный, когда гонят. Нет. Я думаю, что ничего такого я не сказал. Нормально. Посмотрите просто внимательно на Смирнова этого, и все будет понятно. Можно, Нина, можно. Можно. Просто я услышала слово панихида. У меня маме 1 декабря будет 7 лет, как ее не стало. Я каждый год в монастырь подаю требу такую, мама она называется, об упокоении. Правильно я это делаю или неправильно? Вопрос принят. Кто хочет ответить? Ну давайте, я могу ответить. Вот сестра отвечает, она уже сказала, повторите ваши слова вслух громко для всех. Правильно. Говорит, правильно делаете. Правильно. Говорит, правильно. Обратно, наверное, у него чувство другое мнение. Ну я могу... А вы можете со Словом Божьим подтвердить? Да, свои? Словом Божьим. Да. Давайте попам деньги, чтобы они молились за покойников. Есть такое в Священном Писании? За покойников, она подает панихиду за маму, за упокой мамы. Ну она ж покойница, мама, я так понимаю. Да. Усопшая. Усопшая, ну покойница, усопшая, но я как-то, может быть, не так выразился. Потому что молятся же еще и не только за усопших в вере, но еще и разрешено молиться домашней молитвы за усопших в неверии. Да, я молюсь за мужа. Ну вот вам нужно главное знать критерий всего. Ваша мама была крещеная, истинная? Сколько, как часто она в церковь ходила и так далее? Она то есть... была истинная крещеная, но в церкви не была ни разу. Ни разу не причащалась. То есть вы точно знаете, что она троекратно крещеная была? Но ни разу не причащалась. Сказала, да, она крещеная. Ну, крещеная, мы там все были крещеные. Но троекратно крещеная была или не троекратно? Это и есть истинная? А где, кто окунал-то? Она родилась в Казахстане, в Южном Казахстане. Uh-huh. Там вот где-то рядом у Кавказского Барнаула, город забыла, Южный Казахстан. Семипалатинск? Они все крещенные. И крестили, она сказала, именно вот в бочке. Ну вот, глядите, хорошо, все, мы согласились, она крещенная. Вот, сейчас я, чтобы не голословно, так... Кто скажет, что такое человек после крещения? Ну, быстрее, давайте, ты же крестился. У Христа крестились, Христа влеглись. Новая тварь во Христе. Новая тварь во Христе. То есть ты должен что делать?
исполнять заповеди. Все заповеди, которые Христос сказал. Ваша мама заповеди исполняла, будучи крещенной? Я думаю, что нет. Как это думаете? Вы что, мать свою не видели? Она постилась? Она читала Евангелие? Она вам передавала проповедь? Нет, 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 нет. Тогда за кого вы панихиду-то возносите? Она была антихристом, а не Христом. Она была врагом Христа, но никак она не была другом Христа. Друг Христа — это мы сейчас с вами. Мы сидим, разбираем Евангелие, чтобы на весь мир, чтобы люди как можно больше узнали и из опыта тех людей, которые уверовали. Вот я, допустим, уверовал, брат уверовал. Я вот все, кто вокруг меня сидит, я знаю, они уверовали. И как уверовали? Уж как я, у меня вера пришла, это только слезы, пот и кровь. У меня не было такого, как у Игната Тихоновича, на взлете души, там, мореходка у него, он как рассказывает, для меня это вообще, ну, это, наверное, единственный такой человек. Остальные все пришли, вон, с брата Володю взять, там, что он прошел, Крым и Рым, алкоголик бывший. Брат этот, куряка был, бабник, он Никита, все вместе. Никита вообще тоже у него, ну и так далее, сестры тут хапанули, уж обо мне лучше не надо, не спрашивайте, кто я был. Но мы возродились, стали другими людьми, мы все в церкви, мы ходим постоянно в церковь, читаем Евангелие, мы общаемся, мы вообще неверующих людей. Я брату, даже ему умирать не надо, я за него сейчас готов панихиды каждый год, но я молюсь просто за него, это есть. Это, я не хочу, чтобы он еще умирал, пускай. Мы-то все желаем сейчас облечься во Христа до конца, умереть просто и все, как Игнат Тихонович, да сколько можно, говорит, жить уже. Уже все эти каноны, уже 70 лет прошло, что теперь 80 осталось дождаться? И тогда уж точно. А там и 100 не за горами. Да дай Бог ему 150. Пускай живет. Не надо торопиться на панихиду. Панихиду ее заслужить надо. Это, знаете, как ордена у бойцов. И раз боец нигде в бою не был, ему орден. За что тебе? Ну, я это, слышал о том, что бои есть. И то же самое мама. Она услышала. Ну, там ее в детстве, тем более в бочку, ясно, что не взрослую, окунули. И все, и с тех пор она ничего не знала о Христе, вам ничего не передала, ни одного закона не исполнила, ни разу не постилась, ни одного великого поста. Кстати, вы пост постились хоть один? Я? Да. Да, да. Можно последнее сказать? Последнее. Можно. Да почему последнее? Ну, в смысле, хоть сколько? Как бы подвести этот общий знаменатель. Ну. Она, за полгода до смерти, моя сестра, она баптист, она говорит, как же так, ты без покаяния умрешь, это страшно. И она пошла в православную нашу собор, церковь, привела батюшку Владимира, я его люблю, я у него только причащаюсь. Вот. И она привела, чтобы она, значит, ну, исповедалась первый раз в жизни. Это было, что привели домой батюшку, она исповедовалась, она очень плакала о своих грехах. Вот. И, ну, меня дома нет, это было утром, я на работе была. Я думаю, что, наверное, он, может быть, и чашу принес. Вот это я не знаю, причастилась или нет, но исповедовалась точно. Батюшка был. Вот и все. Потом мы сделали отпевание. Включите видео, Нина. Да не надо, нужно. Не надо. Мы ее снимаем. Короче, она покаялась. Вот. Теперь вот в процессе вот нашего общения я не могу себя найти, где я должна быть. Ну, если вы хотите до конца быть искренне верующей, ну, конечно, не панихида, а молитесь домашней молитвой, чтобы Господь вам открыл. Это, да, домашняя молитва. А панихиды там и так далее, ну, как говорится, что смешит-то людей? А вот то, что вы говорите, это типа как клиники. Люди, когда вот уже умирают, их там прям на одре уже прям поливают вот так быстрее, чтобы, ну, вдруг Господь сжалится над ними. И здесь так же происходит. А священники, они идут, им что, они идут? Идут, деньги им дают, поесть, они любят это все. Конечно, это было за деньги, я думаю. Да, то есть понятно тут, о чем там ей говорил-то, ясно, что он не говорил, возродись, душа, да покайся в Евангелии. За 5 секунд, тем более уже старости и при смерти, что ты там поймешь, вы сами понимаете же, это сложно очень. Ну понятно, возрождения-то не было. Мы-то о возрождении говорим души человека ко Христу. Нужно было в Сына Божия уверовать, а
У нее даже эти понятия-то, она не успела их просто принять. Говорят там, что за сколько можно там, ну, покаяться в искренне. Ну там, кто-то говорит там, за 3 года будет мало, а потом там святой. Но если вот человек там Евангелие знает, то ну 3 месяцев достаточно. Но если человек уж совсем все знает, там уже, ну, какие-то у него навыки, опыт, достаточно и 3 часов, ну и 3 дней. То есть, ну там вот так вот они идут такими. Ну 3 дня, все, это последнее, все. Так 3 дня, это нужно сидеть человеку 3 дня. А апостол Павел говорит, я со слезами на глазах, у нас тут никто пока со слезами не, день и ночь учил вас, учил. И вот теперь 3 года апостол учил со слезами на глазах. Вы понимаете, как он передавал это все этим людям? И они вас приняли, теперь не приняли, он не знает. Он прощается с этой общиной. Он, я со слезами учил вас 3 года день и ночь. День и ночь, вы понимаете? А тут мама, пришел священник, тем более никогда не хотела ни в церковь, никуда. Ну тогда вы, ну, вы должны просто найти в себе мужество. И вот как люди бросают курить или пить, вы также должны бросить вот это вот родственную такую какую-то привязанность и посмотреть с родством на Христа. И помолитесь Господу, Он вам откроет. Почитайте Евангелие, какая должна была быть мама у вас. И тогда все поймете. А так что, панихидами вы уже не залатаете этих дыр. Только сами себя будете вы отправлять все дальше и дальше от Евангелия. Ну, родительское, это для тех людей, которые искренне верующие были, все, и вы их помните, вы молитесь в церкви за них и так далее. Ну, а маме в домашней молитве, я думаю, конечно, надо молиться. Молитесь в домашней. И как там Господь, Господи, прости мне, не вмени молитву в грех. Ну, сделай, что можно для души сей. Ну, и вспоминайте прямо для себя, говорите, мама не, так ни разу, Господи, к тебе в церковь и не пришла. Ну, представьте, она не пришла в церковь ногами. Ну, какое там совесть, какое сердце было, если она ногами не смогла прийти. И у меня-то то же самое с родственниками, и с бабушкой то же самое. Я даже ее насильно в такси запихивал и привозил к церкви. И в этот момент службы не было. Всегда служба, а здесь нету. Как специально Господь так и не дал ей. И второй раз повез уже все, уже в церковь. Раз церковь закрывает, я говорю, что такое? У нас сегодня там постные покаянные дни, там что-то все у нас тоже не будет. 2 раза, я думаю, да что это? И все, и мама сейчас у меня тоже верующая, крещеная, все. Сынок, а мы с тобой, наверное, неправильно сделали, что к бабушке священника не пригласили. Я говорю, мама, она что, звала священника? Она как сыр в масле, ты за ней ухаживала 3 года. И можно было ее в церковь водить спокойно, она сама ничего не хотела. Сколько с ней обращались, сестры сколько ходили косяками к ней, когда она больная лежала, это у меня уже дома здесь в Барнауле. Ничего не восприняла. А что? А я не понимаю, а мне ничего-то непонятно. Она не сказала ни разу, не надо мне. А все, я не понимаю, не понимаю. А, доченька, что ты там говоришь мне? И все, пробормотала и не захотела принять Христа. Надо же всю, со всей правдой подходить. Чего не родственники, какая разница? Ну, у меня брат был алкоголик, я его любил. Но он алкоголик был, конченый. И так и помер в алкоголе весь. За 3 месяца перестал пить, потому что желудка не стала вместе с печенью. И что теперь мне за него молиться и панихиды служить, что я его любил? Ну, а она же покаялась, ты говоришь, она же покаялась потом-то. Перед смертью вот она покаялась. Ну а в чем покаялась? Что покаялась-то? Я вам еще раз говорю, ну 3 дня нужно на покаяние, сказали святые. Ну а как разбойник на кресте покаялся и Господь сказал? Да потому что он был еврей, и он знал Евангелие. Он ходил там в синагоги в ихние. Забыли, кто он был-то, разбойник? Он евреем был, а евреи все ходили в синагоги. Если вы не ходили в синагоги, вас бы на ушко и за солнышко. Вы понимаете, что такое еврейское братство? Вы просто не понимаете. Ой, не знаю. Вы вот, вот задаете совершенно напрасные вопросы, потому что мало читаете. Вот сколько раз это объясняли вы, уже Игнат Тихонович, и я вам все время говорю. Это евреи, это другой народ. И брат тоже вот туда же его заносит. Вы что, русских сравнили с евреями? Не надо сравнивать. Ну, Господь выбрал племя евреев, а не русских. Это тут уже шовинисты придумали эти
как они там сказать, православнисты. А где написано там в Библии, что два эти разбойника, которые со Христом распяты, они были евреи? Нигде же это не написано, что они евреи. Да вот они распяты-то римлянами, потому что они и есть евреи. Они были зелоты, где написано. Читать надо. Один был из них Варава. Это все одна была, банда, это римлян называли. Это была группа людей, зелоты, кинжальщики, которые внезапно атаковали там патрули римлян и убивали солдат. Или тех, кто были приспешниками, типа полицаи во время войны. Понятно? Из евреев. Типа мытари там, которые народ мучили, можно под этими или чем-нибудь. Все, давно читали уже. Не дошло проповеди до вас. Конечно, евреи. А кто, римляне, что ли, они были? Ну, другие же тоже. Зачем придумывать-то это все? Даже вопрос задавать этот не надо. Столько вообще простого не знаете. Конечно, евреи. А кто они были? Это все в еврейской стране происходило. В Палестине. На Голгофе. Рядом вот Иерусалим. Откуда там язычники-то бы взялись? Ну, были там язычники уже в конце, пришли они. Но это были прозелиты, те, которые уверовали в Бога. Почему же они евреи разбойниками стали вдруг? Опять 25. Зелоты они были, патриоты. Убивали римлян, которые захватили их страну. У нас партизаны они назывались в России. Убивали немцев. Чего они убивали немцев? Зачем? После них целые деревни жгли. Но они убивали, шли, убивали. Потому что патриоты. Патриот. Знаете, что такое патриот? Тот, который за отечество отдаст жизнь. Ну, фанатик своей страны, будем говорить. Вот я фанатик Небесного Царства. А они были фанатики вот этой России. А эти евреи, которые висели по краям от Христа, были фанатиками того еврейского государства. За закон Божий они были. А римляне против. Они были героями веры. Но только убивать нельзя уже при Христе. Все. Поэтому один и покаялся. Потому что он не простой был какой-то бандит, который отбирал у людей деньги. А он был, ну будем говорить, как приблизительно, как Варфоломей или как Филипп апостол. Они тоже могли быть. И, кстати, Зелотом был один из апостолов. Он так, его прозвище есть, Зелот. Ну, читайте, в общем, Евангелие, там все понятно написано. Или слушайте хотя бы. Ну, у кого вопросы есть, задавайте, и будем отвечать на вопросы. То какой-то тупик зашли. Такой простой вопрос, в общем-то. Так мне даже как-то не очень понятно, почему вы задаете его. Как они стали разбойниками и так далее. Что за вопрос-то детский какой-то. Мы поговорим после с вами. Да как, ну я не знаю, но разбойники же. Вижу, что стар, что млад, что прям. Хоть бы мне таким не быть, Господи, помилуй. И Господь простил его. Говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Так он еврей был, как ни странно, а не римлянин. Или о чем вы там подумали? Русский, что ли, еще прилетел в Палестину? Ну, дальше читаем. Или еще вопросы будут у меня? Деяния святых апостолов, 4 глава, 36-37 стихи. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит родом Киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Толкование. Каким же образом он был и левитом, и киприянином? Это потому, что закон был уже нарушаем, и левиты переселялись в чужие страны, и там извлекали себе выгоды. Намереваясь повествовать о том, что случилось с Ананией и Сапфирой, желая показать, что они согрешили, писатель сперва упоминает о человеке, поступившем по правде. Можно сказать? Конечно. Я хочу так сказать, вот еще, вот у нас проходит тут занятие, там люди далеко, здесь-то кто присутствует, я знаю людей. А так вот люди, которые далеко, я хочу сказать, что вот наши занятия эти предполагают, что вы знаете Слово Божье. Понимаете? Если вы не прочитали Евангелие, ради Бога, прочтите его заранее. Не надо, как вот мы сейчас все проходим, и потом вы там дальше тоже за нами. Вы заранее прочтите, без толкования, безо всего, просто прочтите.
И все, чтобы знать дальше, в чем там будет, какие-то вопросы и так далее. И прочитав, не задерживайтесь. Открывайте опять от Матфея первую главу и вперед. Мы тут, кто сидит уже, я не знаю, я уж тысячу раз Евангелие прочитал. Уж Библию я прочитал 22 раза, а теперь я ее слушаю, потому что зрение уже упало. 22 раза от корки до корки Библию, 77 книг. Со всеми вставками, там, которые есть в книгах, там это третья Езды, там еще 72 стиха. И везде-везде со всеми уже называется Брюссельская Библия, там она даже больше, чем православная. На несколько страниц еще. Со всеми все. Вот такую Библию я прочитал 22 раза. А прослушал, ну, еще, наверное, раз 30. И постоянно этим занимаюсь. Потому что, ну, вот это вот, то, что такие вопросы задаются, это уже от того, что память забыла, что там такое Евангелие уже, все. Вот этого не должно быть с нами. Господь дальше забудешь и все, и забудешь, как тебя звать, кто там, и будешь, а что, где, как бабушка вот у меня умирала. Не надо свою память до такой степени в запустение вводить, в дыру в такую кошмарную. Слушайте Евангелие, вы тоже слушайте Евангелие, не только проповедь. Включайте Евангелие, слушайте иной раз. Да я слушаю сейчас только и слушаю. Ну и все, и слушайте. Все на дисках у меня. Слушайте, и в следующий раз вы мне ответите, почему они евреи. А не я буду перед вами распинаться. 20, сколько вы уже лет в общине? 22 года? Вот что значит 93. 3 года не были у нас в общине. Там порастеряли у этих священников непонятных. 92 года. 93-го года. 93-го года и такие вопросы. Люди просто не поймут вас. Я так понимаю, что ну, возмущений-то нету. Что или тактично, или не знают Евангелия. Этого не должно быть у нас. Все должны знать Евангелие. Все читайте Слово Божие. А людям не интересно будет сразу наше вот занятие, если не знают Евангелие. Кто не знает его. Скажут, что попало, болтает что-то, о чем речь идет. Мы тут цитируем что-то там из Евангелия, из Библии. Тем более, еще Ветхий Завет из Евангелия, это всего, навсего 27 книг. А еще целый Ветхий Завет, там 50 книг, и они поболее, чем Евангелие. Они толще намного. А уж там говорить о пророках четверых. Так что давайте, трудитесь над своей душой, пожалуйста, и вопросы задавайте не только вот то, что мы проходим по Библии, а которые вас интересуют. Будем беседовать с вами. Вы нам будете что-нибудь говорить, мы с вами. Будем так знакомиться. Ты какое-то время-то, брат, оставляешь тут на вопросы? Да. Отлично. А у нас ты время держишь пульс? Держу. Ну и что? Сколько у нас? Мы будем заниматься до 8, 2 часа, время 25 минут 8. Угу. Еще минут за 15 мы побеседуем по вопросу. Еще пока. И... Кто-то еще вышел? Деяние. Это Вячеслав. Вячеслав, не знаю его. Деяние, 5 глава, с 1 по 6 стихи. Вячеслав, читайте. Некоторый же муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богом». Услышав сии слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Толкование. Несмотря на такое множество лиц, которые поступали так, то есть продавали имущество и деньги отдавали апостолам, несмотря на столь великие знамения и не такое обилие благодати, Анания из всего этого не вынес никакого назидания и навлек на себя погибель. Но удивительно то, что прегрешение было по соглашению с женою, и никто другой не был очевидцем продажи. Вот откуда у этого несчастного возникла мысль поступить так, как он поступил.
Некоторые говорят, что если сатана исполнил сердце Анании, то за что же... некоторые говорят, что если сатана исполнил сердце Анании, то за что же он понес наказание? Как говорится, бесы виноваты, сатана. Отвечаем, за то, что он сам был виновником того, что сатана исполнил сердце его. Так как он сам приготовил себя к принятию действия сатаны и к исполнению себя его силою. То, что верующие сносили стяжания свои апостолам, неужели было вследствие насилия? Неужели мы привлекаем вас против вашей воли? Три чуда в одном и том же случае. Одно состояло в том, что Петр узнал то, что совершенно было тайно. Другое в том, что он определил мысленное настроение Анании. И третье в том, что Анания лишился жизни по одному лишь повелению. Многие из нечестивых, выставляя на вид то, что случилось с Ананией и Сапфирою, присуждают Верховного из апостолов к смерти. Но обвинение касается не Петра, а скорее Духа Святого, произнесшего на них справедливый приговор, потому что Петр только изобличил их во лжи, а жизни лишил их обоих, как одинаково согрешивших, имеющий власть над жизнью и смертью Дух Святой. Тоже нужно сказать и о Сапфире, потому что не Петр убил ее, но так как прегрешение было делом обоих, то судья одинаково наказал того и другую. Поэтому-то Петр, как знавший об этом и всегда вещавший Духом Святым, и изрек этот, принятый им от того же Духа, глас. Можно не по теме немного? Мы говорили об Анании и Сапфире впереди. Как раз монахов разговор коснулся. Я хотел сказать, так вот, почему из Слова Божия не берут такое истинное знамение, которое Христос сказал против как раз монашества? Это преображение. 9 или 17 глава там Матфея и Марка, надо смотреть. Господь говорит, сказал, когда преобразился все, и Петр говорит, говорил, будучи не понимал, что говорит. Говорит, Господи, хорошо нам здесь быть. Давай сделаем три шатра. Кущина. Это куща, это шатры, чтобы люди понимали. И будем там жить Моисей, Илья и мы там в другом. И всем хорошо будет. То есть Моисей нам будет ману давать, Илья будет во всех молнии пускать, кто будет лезть, паразиты, как в Севастополе гранатами матросы фашистов. И все нормально, все живы, здоровы. А Христос говорит, нет, мы так не будем поступать. А все, что было со мной, вы забудьте. Когда с горы спуститесь, никому не говорите. И все, и разошлись. Так вот оно, где было монашество-то должно было возникнуть. И Господь запретил росчерком своего пера, запретил это монашество. Нет. Нужно лезть туда всегда нам сейчас, что Христос запретил. Не развивать, как вот евреи они развивали исполнение законов, которые в Ветхом Завете, они развили до того, что у них там, допустим, из 79 законов получилось 700. Почему? Потому что заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного, там немного. И в конечном итоге что сделали? Они стали талмудистскими евреями теперь, иудеями. Они теперь не Ветхий Завет исследуют, когда законы исследуют, а талмуд. То есть уже там комментарии, толкования и так далее. Вот у нас как раз и все это сейчас и произошло. То есть предания старцев сохранили крепко-накрепко, как Игнат Тихонович говорил в своем комментарии до этого. То есть ты можешь стать, ну, только максимум подражателем вот этой данной религии, в кавычках, которую кто-то тебе привнес, если ты будешь в церковь ходить. Если ты не откроешь сердце свое навстречу Христу,
Если ты на стук его не выйдешь, если ты на призыв его не выползешь там, как калека из-под забора, и не пойдешь на пир, где сын венчается. Так и останемся змеями подколодными для Христа. И не станем ангелами никогда в жизни. Ну, Анания и Сапфир это показали, все. А почему? Рождения свыше не было. Увидали, что столько людей, новое нечто, хорошие люди и так далее, добрые. И, видать, там еще зависть какая-то была. Ага, это значит, от тех хорошо говорят, а о нас как будут говорить. А всего-навсего-то надо было по совести поступить и все. Пришли бы, отдали половину и сказали, вот половину отдаем, половину вот оставим, там надо для того-то, для нужд. Нет, начали укрывать, таить. Что сейчас происходит со священниками? И если только священники знают все, что творится в сердцах человеческих, что все эти революции, все эти потрясения, все эти зависти, все, что сейчас есть от того, что они не учат, то они, как Анания и Сапфира, будут все казнены. А все говорят, что священники у нас умные, они все понимают. Но не дураков же ставят в конечном итоге всех. Где исполнение законов? Где до конца проповеди такие, что искрометные? Ну, слушали мы некоторые проповеди, хороших священников, как говорят. Ну и что это такое? Никакого знания Евангелия, тем более толкования блаженного Феофилактия или Златоуста. Такое впечатление, как будто они все это ненавидят. И их учат в этой семинарии ненавидеть все это. А мы учим здесь, вот на занятиях, любить это все. Любить, всем сердцем принимать и стараться развивать в себе исполнение законов и заповедей. Потому что любовь – это есть исполнение закона. И когда вам скажут, а что такое любовь? Немало не сомневайтесь, говорите, любовь есть исполнение закона. Пускай вопрос будет, а какого закона? Говорите, Божьего, Христова закона, Евангелия. Да, Владимир. А я на слова блаженного Филакта, что он там говорит, что этот Анания был тем уже сосудом, в котором сатана вложил эти мысли. То есть причина в нем все, в его свободной воле. То есть не в сатане, а его именно сам человек. Я встречаюсь с людьми, и многие неверующие люди, видя верующего человека, согрешающего в чем-то либо, да, они, как говорят, мы вроде Евангелие, а совесть их подсказывает, что он так верующий человек не должен делать. И я убеждаюсь, что почему они будут осуждены-то? Потому что внутри их закона тут уже совесть говорит, голос Божий. Вот я есть стих Писания, прямой из Соломона, сейчас, к сожалению, не помню, где это написано, но говорится так. «Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь, и напоминая, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в тебя, Господи». Это притча... Нет, премудрость Соломона. Премудрость Соломона, первая глава, с 30 по 32 стих, где-то так. Я уж не помню точно, да. Ну вот именно вот этот стих Писания говорит об этом, о свободной воле человека. Вот, Вячеслав, как раз вернемся к тому вопросу, что ты говорил, что нигде апостолы не обличали неверующих. Вот премудрый Соломон еще до апостолов тоже говорит об обличении неверующих. И уверуют тогда. Мало-помалу обличаешь. А если не обличать, так они и не уверуют. А вроде такая мысль была. Вы сначала о Христе расскажите, а потом обличайте. А возражение такое. Ну хорошо, человек не знает Евангелия, но совесть-то у него есть. Совесть первичнее Евангелия. Так, ну подожди-ка, стоп, давай вопрос. А евангельское подтверждение какое? Это я все время это слышу. Да. Вот скажут сектанты, я говорю, евангельский-то ты что не подтверждаешь? Ну я от Игнатия Ивановича наслушался про сектантов и жду, рот раскрыл. А у них ничего нету, они от себятину лепят. И православные еще больше сектантов. Вот что взбрело в голову, лупанули. А потом вы там разбираетесь уже, кто там что знает. Угу. Да как? Да? Ну пришел Господь в Сирофиникию, это чистые язычники. Идет по берегу. И Сира финикиянка написано, увидала Христа, как она о нем там услышала, может на их языке разговаривала, но она знала, кто он такой. А у ней дочка бесноватая, это Евангелие нам говорит.
И она бежит за ним и говорит: «Господи, исцели мою дочку!» Он не обращается к ней. И уже апостолы говорят: «Ну, пожалуйста, Господь наш, ну, гляди, она же бежит за нами, и дочка у ней болеет, ну, скажи что-нибудь». Он говорит: «А стоит ли, говорит, это, давать благие дела псам, когда еще у нас впереди братьев много, евреев? Это что, не обличение, что ли?» Он ее взял, говорит: «Ты псина! Воняешь здесь рядом со мной». И вдруг она говорит: «Так и псы едят крошки под столом господ». И когда этот, он понял, что она с покаянием подходит, а он и раньше знал, потому что блаженный Феофилак говорит, и все это он делал для того, чтобы апостолы увидели, что такое есть покаяние. И он говорит: «Такой веры не нашел я даже в Израиле». Вот такую веру он принимает от язычников. И сразу через обличение. Сразу псом называет. Вот теперь давайте разрабатывайте это в своем уме. То, что вы сказали, и то, что Христос говорит. И поставьте все себе на место. И дальше начинайте читать Евангелие, и вам все откроется. Потому что вы или не читали это место, или уже больше не хотите читать, думаете, что все знаете. А вот не все оказалось. Вперед и с песней, как говорится, с божественной, псалмом. Ну да, мы тут раз не сумели из Евангелия как бы найти пример быстро. Говорили, что пророк в Ниневию-то ходил, тебе вообще, говорит, не знали. Ну это из Ветхого Завета, а мы тут... Ни право, ни лево, но все равно они Бога не знали, и Господь посылает. Но то, что было написано древним, назидание для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. А что такое злое? А не буду обличать никого, а может они... Но рассказывая о Христе, ты уже их начинаешь обличать в неверии. То есть они, ну как, и Господь обличит, что не верует в меня. То есть они неверующие, это уже ты им, когда рассказываешь о Христе, ты их уже обличаешь, что они неверующие. Они, у них совесть подсказывает, а почему они не веруют, так сказать? Я верую, а он не верует. Потому что дела их злые, более возлюбили тьму, нежели свет. Так апостолов читаю, первое римлянам. Чем занимались эти язычники? Как это не обличение? Ничего себе. И походствуя, делали срам на самих себе, мужчины на мужчинах, женщины на женщинах. Это что, не обличение? Он о евреях такого не сказал. Ну, там есть такие намеки, как бы, в Ветхом Завете, но только намеки. А здесь впрямую говорит о ком? О язычниках. Он не о евреях говорит. Поэтому как евреев на апостолы не обличали? Да ты послание к римлянам открой, и все, и сразу поймешь. К римлянам-то вы еще не послали человека? Первую главу. Да. Первую главу только. Да там и не только первую. Там всего этого апостола. Ну, в первой главе прям четко. И одни обличения идут. И вы, говорит, некогда были такими же, но покаялись, но обратились, говорит Господь. Спасибо. И стали другими во свете Христовом. Я не знаю, это вопрос, хорошо, что был вопрос, да. И надо записать себе тогда его, чтобы не забыть его дальше, развить. Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие человеков, подавляющих истину неправдою». Римлянам 1:18. То есть гнев Божий, ну вот Марьясов Александр прислал такое. Ага, хорошо, да. Подтверждение такое небольшое, что гнев Божий на... Ну, тут так... надо, тут давайте, прости, тут разберем, мысль-то такая, давай мысль такая, чтобы дальше закрепилась и у Вячеслава, и у других людей, братья. Дело все в том, что почему он думает, что апостолы не обличали язычников? Почему? Я думаю, здесь такая мысль, что евреи как бы бей своих, а чужие там бояться будут. Такая мысль у него возникла. На самом деле, истину ты должен говорить каждому человеку, верующий он будет или нет. Христос говорит к верующему, Матфея 18 глава, обращайся. Там написано как, брат согрешил против тебя, то выговори ему. Если не послушал, берешь еще двух или трех свидетелей, братья, сестер, кого там выберешь, подходишь и опять выговариваешь ему. Он опять не покаялся. И потом ты уже обращаешься к церкви. К церкви, это значит, священник участвует в этом уже.
Священник, ему, священник может всей церкви сказать, может вот этим братьям, которые уже видели, виделись с ним. То есть вот церковь, это есть священник уже. И дальше третье, если нет покаяния, и действительно он согрешил перед тобою, этот брат, в законе, значит, исполнение что-то Христово неправильно, то будет он тебе как язычник и мытарь. Ну понятно уже мысля здесь, Христос о чем говорит? Мне церкви нужно. Язычник и мытарь, все, это хуже язычника и мытаря, только, наверное, собака. А у меня сейчас собака дома, так я мне, она такая хорошенькая, я думаю, да как так Господь с псиной сравнивает? Думаю, что-то здесь не то все-таки. Нет, мысль была у Вячеслава. Я думаю, брат. Плохой человек, вернее, язычник хуже, чем пес еще. Да хуже, понятно. Он говорит, что прежде чем указывать на грехи неверующего, он же не верит в Бога, он не понимает, что такое грех, прежде нужно ему рассказать о Боге. Вот его мысль какая. А потом уже и обличать. А смысл его обличать, если он вообще не понимает, что он был, он, я был такой, меня хоть заобличайся. Я верил, что это не грех. А кому я плохо сделал? Я хочу сказать, он совершенно прав тогда, если так вопрос стоит. Но он совершенно прав. То есть ты подходишь, говоришь о Христе, и тут же его обличает. А не так, что подошел, так, бросай курить, и обратись к Христу. Ну, в принципе, для меня можешь так сказать. Но только сразу, а не так, что сейчас ему скажу, бросай курить, а через 3 года скажу, обращайся к Христу. Ну нет, ну тут последовательности в обращении не надо соблюдать. Конечно. Ну не нравится тебе, что он курит, вдруг так дыхнул тебе как-то, ты, ой, бросайте курить. Знаете, Господь не примет вас в Царство Небесное, если вы будете заниматься этим нечестием. И продолжайте дальше проповедь. Или так, вот он стоит, курит, ты подошел, говоришь, вот Евангелие. Ты его первый раз видишь, ну, коснулось тебя сердце, ты расположился к этому человеку. Хотя к курящему лучше не подходить. Бросит, тогда начинай. Ну, подошел ты к нему, ну, показал Евангелие и сказал, а вот Господь все нечестие запрещает, а вы сейчас занимаетесь нечестием. Ну я, допустим, если их стоят, и девочки там маленькие, ну обычно такие мелкие они, стоят вот так вот через руку и вот так курят. Я обязательно скажу, что бросали курить, Господь накажет. Они же все православные, 72%, получите тогда. Ну а 32-то, 38-то, ой, 28-то при чем? Мусульмане. Мусульмане, да. 28-то зачем ты их... Остальные мусульмане, язычников... Оскорбил, они же не верят. Давай, Володя. Я обычно, которые курили люди, я обычно подхожу и говорю, курение это смерть. И с этого начинаю Даши говорить. Вот тоже хорошо. Да. Вот видите, оказывается, он не так и далеко был от истины, а мы тут перемалываем кого-то. Ну, опять же, мысль может быть такая, что научить Евангелию нужно... Говорить... Вот смотри, гляди. Да, Вячеслав, давай, то я за глаза сам говори. Угу. Да, просто ситуация тогда была такая, что, как вот, я не помню, как зовут сестру-то, Екатерина или Елена, говорила о том, что вот он на работе, Елена. У нее люди все знают, что она верующая, а вы, Сергей, говорили, что а вы начнете их обличать всех, они тогда вот посмотрите, как к вам относиться будет. И я вот к этому сказал-то, что если люди, видя веру человека, не хотят приходить ко Христу, ну, человеком своим примером показывать, что такое есть христианство, что это любовь, что это, ну, так вот нужно жить. А они не хотят этого, не воспринимают. То есть ли смысл дальше их как-то обличать вообще? Если ты приведи их к вере, приведи их к Христу, Слово Божие их обличит. А если они этого не хотят воспринимать, если они Бога не хотят знать, как ты их, к чему обличение твое? Нет, смотрите, мысль была такая, что они неверующие ее полюбили. Полюбили было слово такое. А я говорил, что горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Ну, то есть, как бы, то есть она была неверующая, ее все любили, потом она стала верующая, продолжает любить. И все нормально. Ситуация такая на работе, все хорошо. Господь так не учил. Он обличал и призывал к обличению. И вот, чтобы вот этого не было, горе, когда все о вас будут говорить хорошо, а такая ситуация у Лены и произошла, я и говорю, ты скажи человеку о его грехах, и тогда увидишь его любовь в кавычках, там такие рога вылезут, вот о чем речь. Чтобы она не обманывалась и не заблуждалась. Давай, брат.
это... Не все так думают, как он. Вот сейчас кто здесь? Я так не думаю. Еще есть место Писания. Ты знаешь, что в Библии много чего есть? Конечно. Там написано так. И если возможно с вашей стороны, будьте со всеми в мире. Если возможно с твоей стороны, будь со всеми в мире. Причем с хорошим, нехорошим. Слово мир есть еще такое. Мир. Мирный. Можно так это обличение найти. Не прямо сидеть и ждешь, он жует там или что он делает, рисует, а ты думаешь, сейчас я тебя ухвачу, сейчас я... Зачем этот мысль, у тебя эта мысль вообще приходит? Ты будь с этим человеком в мире. В мире, и Господь тебя откроет, помолись о нем. Господи, открой мне, как обличить его. И Господь даст тебе обличить так, что ты не будешь их плох в его глазах. Но он уже будет задумываться о чем-то. Он не будет думать, что, о, какой хороший человек, только о тебе. Ты, ну, как бы предвзято немножко посмотрел на Ленину ситуацию. Чуть-чуть предвзято. Ну, может. Она для всех там хорошая. Ну, какого она там для всех хорошая? Ну, тем более, что или ты уже маститый проповедник, уж сколько благовествуешь. Ну, или женщина хрупкая, одинокая, мужской коллектив. Тем более, она инженер еще, там свои подоплеки. Че ее толкать на этот броневик с гранатой, дорогой брат? Да помоги ты ей, приди сам, как обличи там их, да и все. Скажи, я вот брат во Христе, только кто прикоснется или что тронет, я вам тут такого петуха подпалю или еще что-нибудь скажешь, чтобы испугались. Евангельского я имею в виду. Ну, ну и все. Поэтому я думаю, что ну, хорошая она для всех. Да и слава Богу, ее там на улице в темноте не остановят хоть. Пускай сестра поживет немного, брат. Она только крестилась у нас. Гляди, вот молодец Вячеслав, подметил, как перенес это все с того занятия. Хорошо это. Надо до конца все вопросы эти разрешать. А то брат Сергий наговорит с три короба и не вспомним больше никаких мест писания. Ну, позволь, я с тобой немножко не соглашусь. Позволишь? Нет, я так думаю. Ты знаешь, не позволю. Можно. Ну, давай, брат. Если возможно с вашей стороны, да. То есть с моей стороны верующего, а если невозможно? Тогда она будет плохая для многих, вот так. То есть там уже неверующая сторона, если к ней все хорошо относятся, ну тут о возможности-то уже и речи нету. А если невозможно быть со всеми, то есть он настолько себя ведет нагло, то есть мне невозможно быть с ним в мире, я ему обличу. Или что? Или я должен молчать, раз, может быть, страх какой-то ложный там присутствует перед обличением. Брат, ну вот мужиков куча сидит, она женщина, да только не, что уверовала. Да не мужиков куча, ну, кто там? Там женщины. Ну женщина она сказала, я больше чем уверен, женщинам сказала. Ну, и да, она и... про мужиков разговор ведет, а мужики пристают, мы-то знаем Лену. Мужики к ней пристают. Че она будет к ним лезть с этими, обратись ко Христу. У него в голове только мини-юбку, чтобы она одела, а тут разговор будет о Христе. Да там уже давным-давно никто не пристает. Ну тогда тем более, что тут... Ну, женщинам она расскажет еще, если не рассказала. Сколько того лет-то? Чего ты к ней пристал вообще, к Лене-то? Да, она... Вон, к Никите приставай, вот это пускай благовествует как следует. Не надо трогать сестер, я прошу тебя, не трогай больше. Все, забудь о ней, об этой Лене. Она наша сестра, тем более она ходит на благовестие. Все! Что осталось там? Так, осталось 10 минут. Вопросы, ответы. У кого есть какие вопросы? Нету вопросов. Либо все уже настолько хорошо знаем, что нечего спрашивать, либо... Либо ничего не знаем. Ну, вот у меня вопрос есть. А, задавай. Ну, вот у меня такой вопрос вот к тем людям, которые далеко не здесь. Вот мы-то тут в тесной компании. Те, которые далеко. Может, как-то связь плохая у нас? Или, может невнятно как-то произносится все? Пропадаете иногда. Пропадаем прямо иногда, да? Да, иногда пропадаем, что-то сегодня со связью, многие вылетают, и это вот первый день такое. Да. Ну, это, конечно, чтобы, видите, у нас, если вы не прочитали третий том «Открытым оком», а мы работаем сейчас, вот наше занятие проходит по третьему тому «Открытым оком» Евангелия от Марка,
изучение пособия, там это, если у кого есть, да у всех есть интернет, откройте третий том «Открытым оком» и найдите пособие Евангелия от Марка. И прочтите заглавие, о чем там идет речь. Там написано о подготовке людей, которые участвуют в занятиях. Это нужно не просто, что мы о себе мним что-то. Да мы все так же начинали. Кто мало знал, кто чуть побольше. В основном никто ничего не знал. И прочитайте, и там написано, что люди должны быть подготовлены. И что у всех должны уже заранее известно быть, что мы прочитаем, и составлены вопросы. Вот мы, когда начинали только занятия, это был 2002 год, сами когда начинали их вести, Игнат Тихонович добился этого, и у некоторых совесть открылась, в частности у меня тоже. И мы начали подготавливать вопросы. И знаете, сколько было вопросов? У нас сестра Александра Михайловна сейчас болеет, она очень сильно, уже все бабушка, уже старенькая совсем. Я не знаю, 83, наверное, где-то, да? Она подготовила сразу 22 вопроса. Я больше такого никогда не видел. Бабушка, ну она тогда уже была в возрасте. И приходит, приносит вот так тетрадка и заполнена различными вопросами. И мы все эти вопросы разбирали. Ну, и другие сестры приносили, кто поменьше, конечно, там, кто устно задавали. Но все были с вопросами. То есть вот такой был интерес. Подготовка, сестры подготавливали, об апостолах подготавливали, такие интересные материалы. Там какие-то, кто распечатки, кто прям выписывал в тетради. То есть интереснейшие были занятия. Не так, что сидишь там, наблюдаешь, там кто-то распинается. Вы что думаете, я тут артист, что ли? Я просто сам такой. Я уверовал во Христа, и я хочу донести до вас Евангелие, чтобы вы окончательно поняли его. Не слушали там священников, что это уже запретная книжка от Библии, там с ума сойдешь, и галиматью всякую, которую они несут. И священников выбирать надо не потому, что он там, допустим, когда крестит целых полчаса и ходит вокруг ванны еще долго, а потому что как он тебе Евангелие преподносит, вообще дает ли он какие-то познания о Евангелии, что ты в Царстве Небесном будешь. Вы понимаете, о чем идет речь? О вечной жизни, о вашей вечной жизни. Мы не будем такими стариками с бородами, там, морщинистые или как сестры у нас. Мы будем все в 33-летнем возрасте. Красавцы! В полном нашем расцвете сил. Вот брат, он оперированный, у него ничего этого не будет. Он будет такой, Володя, вот он не очень большого роста. Он будет нормальный. Никита, у него это, монахом хотел быть. Все это пройдет. Будет настоящим христианином, который хочет Царство Небесное. И я тоже немножко это закругленный, тоже нормальный буду. Сестры будут у вас красавицы, я представляю, какие все. Как жить? И не надо жен там, не надо жен. Почему? Для нас солнце будет Христос. Он будет наше самое великое удовольствие. И вокруг будут наш сон братьев святых. И вы как хотите туда попасть? Вы так вот сидеть, что ли? Надо трудиться. Вот вы здесь находитесь. Кто-то что-то говорит, читает, вы трудитесь над собой, исполняете вы этот закон или не исполняете. Как вы к нему идете? А что можно вот сейчас из этих занятий кому-то передать? Что, какую интересную мысль ухватили? Раз открыли, сами почитали. Сами. Не кто-то вам навязывает. И тогда открывается именно ваше сердце навстречу Христу. Ваше. Мое открыто. Как говорит апостол Павел. Коринфянин. Расширьте сердца ваши, а мое сердце расширено. Оно приняло всех вас. И более того, еще, и говорит, стал для всех всем, чтобы хотя бы некоторые покорились вере. Ну что, все, заканчиваем. Еще 4 минуты, может, Володя, давай. Я хотел стихотворение прочитать. Давай, только громче, иди сюда, брат. Благочестивая традиция. Брат умеет громко, давай. Я ролики мы составляли в Потеряевке с Игнатием Ильичем. И в одной из роликов он рассказал стихотворение Надсона. Оно мне очень понравилось. И я его заучил тоже. Давай, и... чтоб тебя видели, садись. И чтобы это, как говорится, преподать. Это, вернее, другим тоже, чтобы заинтересовать, потому что вот я с братом, с братом Никитой, да, вот. А тут хорошо слышно, с братом Никитой, вот с ним когда беседовали, он стихотворение тоже сперва не заучил, а я ему все время, брат, давай, это для памяти хорошо, да и для души тоже полезно. Смотрю, он загорелся, и давай,
подходит ко мне, а какое у тебя сейчас стихотворение? Я ему опять смотрю, он их проглатывает друг за дружкой, я даже удивился. Мне это трудно всегда дается, ну, по грехам по моим. Все, потом подошел, говорю, у меня уже ничего нету. Говорю, сам, говорю, ищи себе, что Господь положит на сердце. И вот одно стихотворение. Христос, где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы, любви? Взгляни, опять твой храм поруган торгашами, и меч, что ты принес, запятнан весь руками повинными страдальческой крови. Взгляни, кто учит мир тому, чему когда-то и ты учил его под тяжестью креста. Как ярко их клеймо порок и разврата, какие лживые за стражущего брата, какие гнойные открылись уста. О, если б только зло, но рваться всей душою, рассеять это зло, трудиться для людей и горько сознавать, что об руку с тобою кричит об истине, ломаясь пред толпою, прикрытой маской продажный фарисей. Ну, у него сейчас там другие стихотворения, я потом подготовлю тоже. А что, сейчас песнопение не поете? Прям в тему. Вот тут раз Игорь пел, Виктор Савченко с гитарой, он спел. А что, может, жаждет правды народ споет? Давай. Давай. А есть тут слово, выводи. Ну, у нас мы обычно всегда песнопением заканчивали. Ну, как говорится... Одного нет, так те уже далече. Ну, сейчас начнутся занятия. Сейчас мы начнем песнопение. Сегодня мы споем песнопение. Называется «Жаждет правды народ». Если кто знает, можете подпевать нам. Можете вывести себе на компьютере «Жаждет правды народ». Избавление ждет. Избавление ждет. Начинаем. Жаждет правды народ, избавления ждет, в темноте и грехе погибая. Но великий Христос весь благую принес, Он спасет мир от края до края. Он болезнь исцелит, власть греха сокрушит, удалит все земные страдания. Солнце братской любви переплавит мечи, песня радости сменит рыдания. Братьям, сестрам привет, что несут Христов свет, жизнь отдали за счастье народа. Свою юность Христу и души красоту посвятили во имя свободы. Всех зовите на пир, возвестите всем мир, унывающим слово отрады, что Спаситель воскрес, дверь лазурных небес отворил ожидающим градам. Царство Божие в нас, мы созиждем, трудясь, в нем не будет раба Господина, но лишь братство людей, так гремите ж сильней, во Христе все да будут едины. Аллилуйя! Молимся Царю Небесному. Как Царь? Какой Царю Небесному? Достойно есть. Достойно есть. Это проверка была. Достойно есть, якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего,
честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарим Тебя, что и в сей день Ты собрал нас здесь у ног Твоих. Слава Тебе! Дай все услышанное здесь запомнить, принять это верою, Господи, и понести другим людям, и пошли на нашем пути жаждущих слышать Слово Твое, ищущих Тебя. Наполни наши уста благовестием и распусти нас с миром. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси всех Христос, братья. Спаси Христос. Спаси Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. С Богом. До следующего. Да, когда у нас теперь? Пятница? Послезавтра.